Разница, она за пиво, пиво. Ну, кстати, хорошая, если но... какая, блядь, разница. Только не бухой. Так, разница. Так, давайте, ты, ну, то... хуярим. А включите стрим, пожалуйста, будете. Зачем? Безалкогольное пиво, первый шаг к резиновой женщине. Ну, что такое? Звучит как тост, можно выпить. Просто есть люди, которые пьют пиво уже не просто, чтобы напиться, блядь, уястаться, блядь, в сопли себе. Просто там жажду утолить, блядь. Это репу решил фармить. Роги бесит. Господи, нет. Два. Да, с ХПшкой, конечно, они что-то взвесили, там перестарались. Молодцы. Что, много? Ну да. Так всегда. У Гидроса там почти 140 лямов. Мы все гиды сейчас сколько? 4 закрыли босса? В десятке? Это в 25-ке. Там нет в обычке. Четыре босса, да, всего закрыли только. Там кого не закрыли? Слепца или... Совет не закрыли и... Вайша. Это кто не закрыл? Сибирь? Это я не закрыл. Вообще по серверу. Это я, говорит, не закрыл, блядь, хорош. Ебать. Сейчас Биг Дэм туда зайдет, закроет нах. Магом своим залетит. Пугами. Потом будет говорить, блять, да я на открытии закрывал все это с пугами или 240 нахуй. Ну, верничайте, сидите. У слепца там 120 лямов. Я слепец, кстати. Туда можно пойти в 20 человек, но там делать нехуй. Ну, трэш почистить. Делать нехуй. Ну. Это... Начистимся еще. На воронку фарм устроить. Воронки так кто сказал маунтов вообще, что они будут здесь с воронками в продаже? Не, может когда-то и будут. Но они в ближайшее не время. Будут. Да, будут. Бичи какие-то сказали, блядь, нельзя всем верить, блядь. Ну как эти, блядь? Как маленькие дети, нахуй. Вам говорят, а вы все верите, блядь. На X5 стату все копили, думали за пустоту, то это будет 232 сет продаваться, хуй. Надо было сказать тоже, чтобы здесь так же копили, блядь. Как люди копили, собирались вообще-то. Многие. Так, ну я, наверное, да, прыгну, наверное, в третьего. ПМТ-шу, блядь, ребро. Это дело люблю, блядь. Поставьте шкам, пожалуйста, Локи. Да. 30 20 33. Поставьте ГБ кто-то. Гитбан кто-то поставьте, прием. О. Я понял, нахуй. Ставил. Ну, ебать. 5 штук стоят. Войд, прием. Прием. Поставьте шкаф.
А это не хочешь Мудхок со свечной на кого-нибудь нормального, то я дома, тут у родителей 102 и сижу. Я найду кого свечной, заходи. Ставьте ГБ. Осколок ей. А этого точно нету, что Вадикона. Ну, следующий пусть просто собирает и все. И мифика нету. Я есть. Ну, вон, Войд говорит, есть. Войд будет собирать. Так, сколько там чего? Ну я 5 поставил таких. Да уберите нахуй вот это обмен, блядь. Я, видишь, выставляю. Не беру. Убери, блядь. Сука. Убери, блядь. Выколол такой, блядь. Короче, 5 того поставил. Ну давай еще. 5 СПДшных. Ну, 100 силы титана поставь. Я вроде 5 ставил сейчас. Сколько у вас там миликов, блять? Сколько миликов? 2 ханта. Дохуя, короче, да? О, нормальный квест вот это. Как они заебали со своими снеговиками, блять, со всякой парашей. Конченый лаунчер просто завис, блять, не обновляется. Сколько там миликов еще осталось без фласок? Зашел, блять. Я. Еще 4, короче, зеленый. Поставил. Все взяли, кроме Седжу. Ну, осталось одна. Зимняя магия скидок 25%. На так все. Ты взять можешь? Я не могу взять. А не ты. Холидринг. Я уже взял. Я понял. 50% на быстрый старт. Хуя банков понаставили. Нихуя, блин. Охуеть просто. 20, да попробуй, короче, бля, Биг Дэм, что ты там такое рассказываешь, интересно? Попробуй разжаловать и опять армейцы дать. 25% скидки, нахуй. А на быстрый старт вы не представляете, нахуй. 75. Не, 75 по итогу. 75 на X4. Да. Ахуеть. На X5 с 50. Да, наверное, ханта надо перекинуть с гостинки. 2 СПДшные лежат там, надо кому-то? Нет, алло, блядь. Да, да, да. Да. А, не, я взял. А Бурябай спрашивал, может он на ДК будет осколки собирать? Давай. Я бы тоже на ДК пособирал осколки. Ивару второй шлем бы захуярил еще. Один в правую, другой в левую и пошел? Да, да, именно. Надо написать, чтобы они придумали. За себя и за Сашку. За себя и за Сашку. Ну, блядь, и потом промеж булок еще какой-нибудь меч, да, Ивай? Ну, промеж булок, может себе что-нибудь воткнуть. Промеж булок за себя и за сам. Вечный холод. Вечный холод, не промеж булок, а прям внутрь тогда уж. Вечный похуй. Ну, промеж булок, он так-то был уже глубоко уйти. Рыба сегодня будет. Главное не садиться. Ну вот, блядь, где Биг Дэм? Я... Тут сейчас захожу. Ну, у меня, блядь, квадратики зеленые везде были. Забавная хуйня не погрузилась. Должен в зеленых квадратиках ориентироваться. 50%. Как этот, как он называется? Как Нео. Вот это пидоры. Чего нахуй? Так, ставлю рыбу. Пидоры, где? Жрем. А хилы все могут? Из ГБ СПДшную фаску взять. Нет, ты пьешь свою на МП5. Да, в смысле МП5? Можно пати распределить, что-то крита а хуйня какая-то. Не могу зайти. Ну, блять, не знаю, распределяйте, хуй знает. Кого куда там, я не знаю. Это, Мэдфокс, давай в хила. Блять, да, давай в хила. Пайсиста. Попробуем. В 6-го. В 5 хотите попробовать? Ну да, вайпнуться и идти в 6 хилов. Это нет. Звучит как план. Давай в 6-го, давай, не надо. Звучит как план. План охуенная идея есть. Хэпал 1, Ршама 2, 2 бичи приста, блять, и нормальный друид. Значит, непонятно, кто бич будет. Я понял, блядь. Одного отель крови, бич какой-то. Да, потому что тело и душа нету. Какими талантами, нахуй. Тело и души нету.
Победа. Сразу на биче. Без тела и души играть нельзя. Бич априори. Я забыл. С великим исцелением. Ну все получается, кто не перехилит, не забыл, ты тот бич? Самый главный бич сказал. Там получается бич это я, потому что я никого не перехилил вообще. Это короче на пол на Войда там два ханта рога. Не таунти только, не таунти эти вилаши с лингрен. О, у меня 6 дней и зимний я вышел. Мидарк, ты готов там? Нет, прием. Охуеть. Опыт боевого пропуска на 50%. Охуеть, когда мы будем пулять? Дайте, пожалуйста, ТНТ в лапу. А класки давали уже? Дайте ТНТ в лапу, пожалуйста. Проебал ты счастье. Мидарк тут нет, алло, блядь. Да-да-да. Ну так а хули, надо начинать, блядь. Так, дает счет. 5, 4, 3, 2, 1. Геро, давайте. Два ханта на рейнже, значит, бинстиллер на подстраховке, если вдруг кто с них там это самое. Хан слева. На шипе. Синтек что-то где-то был, говорит, зайдет, блядь, что-то так и не зашел, блядь. Сказал, у него суббота под вопросом. Опять, не, наверное, сейчас дальнобойщиком. Сейчас DC, ну сейчас DC был где-то. Давайте, три бринтоля падает, короче. Один мне, один Пугу, блядь, один Хурюку, блядь. Так, еще рывок. Баное ребро, блядь. Сейчас будет возвращаться в центр. На, нахуй. Значит, Тади чуть-чуть, Ордени. Да не паришь, ничего страшного, не сдохну. Не для этого я на хп, блядь, жир как. Я вообще, ну, резко была обычка, блядь. В тьме лужу челик разлил, блядь. Катрисия, нахуй, демон. Я прям поворачиваю, прям на этой луже стою, там чубную, похуй, блядь. 80 тысяч хп, не зря же. Чё там, кстати, захильте этот... Опа. Крикните на хп, что ли, Вары, что-то хп не хватает. Бином, лепи это на ману. Так 83 хуже, чем 85 все-таки. Так. Бидон на ману влепи, пожалуйста. Бидон удал иннер, короче. Че? О-о-о. Что-то хуйня какая-то. Вот сейчас ближе к боссу, а босс вон туда далеко должен. Ну, и оттуда уже последний раз уже сюда пойдет. Чем дольше до нас идет, тем нам лучше, меньше урона получаем. Ну шип разбейте, а? Хилимся. Так, бидон, ставь тотем, не люблю. Мордаун на ману давай. Зал. Я понял, всем попы на шип. Да понял, вообще попы на шип. Чип, пожалуйста, умоляем. Резать ханта или нет, хуй знает. Или похуй. Да мы добьем уже, думаю, так. Добьем уже так. О, шип! Слева на ханте. Ебать. Слева на ханте. Ханта разбить. Умоляю.
Мне похуй вообще. Похуй. Ну, давай еще на щит я. Десять тысяч орков между Фродо и Роковой Горой, говорит. Какое нам до них дело? Пусть, говорит, там сдохнут, нахуй. Ебать. Хрюк там ебашит, нахуй. Второй по агро, блядь. Че, напулить на него? Не. Давно пора бы. С такого танка точно бы не сорвало бы агро. Ну так, чисто ДК раскладушку сделать. Надо людей искать в гильдию, чтобы были обычки дворей, да. Да и на геру каких-то тоже надо искать. Не знаю, блять. У этой есть свободный номер? Да. Так, нету, блин, тролля. Yeah. Надо было хоть палом идти, нахуй, щит. Палом, нахуй. Заебись. Ну, что бичи? Второй лов. Первый ДЦ. Это потому, что там неправильно посчитано у него, вот и все. На две минутки отойду, потанчить там. Когда ДКшников понятят? Когда паладинов лапнут. В среду? Просто, блядь. Так, ну шатастик. А что с ними? Ну шатастик сюда. Хурюк в танке будешь на леди с Вивашей. Лингрен поводит трэш, я в сове. Две совы и кот у шатастика. У шатастика раздупляйся там, подходи. Лететь? Да, да. Ну или сейчас трэш ебанем, поставим шкаф. Подхилите Войда, алло, блин, блин. У меня аж леди что-то говорила, споткнулась, блядь. Да, уберите метку свою. Это метка проклятого. Хорошо. Черная метка. Да, шеф. Ты черный. Не-да. Все песта, так и снимутся, проклятие. А чё там? О, мама. Ну, двух помощников зергайте быстрее. Ля, милики бегут.
Эджи, уйди с рейда. Вот и метка слетела с тебя. Видел, как все продумано. Ну хули, кош. Так, я в дерево. Так, у Шатастик в коте. У Шатастика, наверное, напрягем, да? А у я нас. Я перезахожу, патч ставить. Патч ставим, на туре патч ставим, все патч ставим. Разве работает еще? Работает, а че? Когда я еще поставил, мне ошибка начала выдавать. В Долоране нельзя находиться, когда ставишь патч. Да. Для ссылка. Ладно, ставим ну, давай, патч. Глазами, что ли, смотреть? Кончились арбузы. Нахуй. Пиздец, сейчас не бай на туре. Ошибка. Ивентик, блядь. Ивентик. Давайте, нахуй. С первого трая убиваем косарь ИП, дают, нахуй. Ахуй. Не убиваем косарь ИП, нахуй. За всю ссылка. Ахуй. Неплохая мысль. Тогда я зайду после вашего трая, нахуй. У меня свет выключил, да, залагал интернет, как обычно, там все такое. Давайте, заходите. Значит, так, звезда Лингрен, как обычно. Значит, и Вилаша. В кружке возле леди и центральный. Хурюк, короче, с лестницы гриппаешь, не забывай. Туда. Дайте вкусно трекера. Так, это вы знаете. Потом чё? Сейчас кто где не, намажет. Мы штуки не брали? Собрание. Кому СС надо? Не брали. Так, вот рыба. СС хуй знает. Значит, слева дайте бьют. Дайте СС. Тихо. Давайте, значит, слева бьют маг. Кто там еще? Два ханта, две совы, лок нахуй. Маг, лок нахуй. Че, блядь, все что ли? Ладно, допустим. Это слева. В первую очередь зергаем центрального, который приверженец, потом два остальных. Дальше, значит, справа бьют, значит, Холидринка, Вилания, Рарник, потом Хукмастер, потом Биг Дэм, и потом... О, опять эти сирены. Давай, и Инвизибл еще в натуре. Значит, у Шатастик на боссе будешь. Этот, блять... Кого на пульт? Первый будет Вилаша танчить, второй этот самый Хурюк. Не, со старта на кого на пульт? На меня! Да ни на кого, ну, да ладно. Я не ебу, блять. Этот, короче, на боссе Шелфир, Мидарк, Ушатастик и Седжу сидят. Если чё, вдруг свичитесь в кружок, пару ракет посылайте там, чтобы мы быстрее там сдыхали. И еще иссушение там разок. Только через фанатика давайте, чтобы по приверженцам хуярило. Ну и все, в принципе. По контролям, короче, квадраты мои, треугольники Мэтт Фокс и Ушатастик Луна. Короче, как контроль идет, выбегаешь из-под леди, даешь контроль. И смотрите, когда переходка будет, самое главное, от босса отойдите. Потому что у него, когда мана кончится, он кого-то возле себя ебнет. Там ЛПшку не успеет там кинуть. Все, давайте, проверка. Так мне деревом быть? Тебе в это, в сову. Тогда подожди. Накиньте пристабав, пожалуйста. Накиньте. Кто поет, скажите мне, пожалуйста, понять не могу. Вот залом! Какая-то там поет, блядь. Сильванова две стоят. Походу, как, кстати, нежный голос такой, когда он поет. Пиздец, шлемом танчишь на горло. Шлемом танчишь, надеюсь. Не горло. Я понял, бля, бомж, бля. Без шлема танчит. Ну ладно. Так. А кто у нас там? А, у нас Кирсори, давай кикнем. Пока что. Все, все готовы были, даю отчет. Включай залупу свою. Какую еще залупу, нахуй? Чтобы не пели. Ебать, залупу, говорит, включай. Выключай. А. Показалось, включай.
и мне показалось. Включай, говорит, залупу. Включай залупу. Ну, кто как слышит. Ой, бля, убью. Ой, ебать. Далфир. Мегахант не законтролился почему-то. Заебал, что за хуйня? А вот, прикинь, кинулась под самый конец. Вилки он прижимает, тварь. Так, трэш сейчас готовимся. Полидринка, законтрольте. Законтрольте еще раз. Настырно бежи, сейчас убьет кого-то. Так, давайте. После этого трэша будем переводить. Если что, готовимся. Прям хуярим из всех сил по леди. Леди тварь, полтинник мне прожал. Контроль раздаем. Войды расконтроливаем, эту захуярю вас. И леди побольше дамажим, там, ну, лям уже. Уже быстрее лям, Вилаш, уже беги туда. Готовим, сейчас переводить будем. За трэша дохуящий. Трэш добили, один моба. И сейчас еще три выйдут. Переводим, 20 тысяч. Все, на Вилашу на пул. Сука, отойдите от босса. Трэш. Три моба повернулись, все играем. Духи. И духи, духи первые не зыбку даешь. Так, бежим, бежим. Зеленые, бежим нахуй, духи фиолетовые. Не забывайте, лучше. Я очень смешно нахуй. Ну да, блядь. О, Биг Дэм нахуй убили, блядь. Не успел дать нихрен. Красава, блядь. ГЦ как нахуй. Все, полежи сейчас, реснем. У Шатастик рес. Ресы Биг Дэма, Мэтфокс, ресы Халюдринка. Мудаки, не хлопайте духов. Шатастик, сука, лучше бегай вокруг босса, не отбеги от босса. Два я духа не хожу, на босса. Я сзади с тобой и... стою, ты чё? Тихо, это самое. Духов не хлопай, ты хлопнул духа. Давайте, бежим, духи, в звезде. Съебались. Паладины, раздайте каску бафа там. Лучше, баф. Сука, лучше бегайте, блядь. Тут еще больше другого делать вас не требуется, блядь. Контроль. Контролем дал луне вместо квадрата. Причем меня слава не духом убила, а ближним боем. Это леди. Понятно. Ну так потому что агро, блядь, там. Вот Вилаши нету в агро. Духи в кружке. Ты где долго валяться будешь, блядь? У меня Шалфир убил прикосновением вампира. 10, 4, 9, блядь, 19, нахуй. Ну, вы так, духи, бежим. Контролить? Да бегите от духов, хватит пиздеть. Бегите лучше от духов. Смотрите, анонсите, где духи появляются. Не люблю, встань, нахуй. Я в лужу встану, нет? Ты, блядь... Где, тебя резнули? Я тебя резнул на лестнице, блядь. У ромбика. Быстро захиливайся. Иду убивать. Спиритс. Хуярим. Добейте уже. Трэш. Трэш, помогайте каждый раз. Ну пиздец, три тела уже лежат, нахуй. Хэпал лежит. Не хлопайте духов, сука. И контролим. Расфириваем людей. Вот прям в леди дух, нахуй, бегает. Мелизона, вы не видите? Он прям в вас бежит. Все, на трэш повернулись, трэш бьем. За трэш отдох. На линзе. Контроль раздаем. Полидринка, законтрольте. И не убейте. Да, спасибо. Бля, Войд, ты убил меня. Сори. Не знаю.
Дух в этой, в бусе. Как? Хардкор подъехал. Че на Новый год, блядь, надо хлопушки оставлять? Полидринка за контроль. Все, оф танка, шлепнули трэш. Падаем. А, вот хилов нету. Падаем с друидов не хватает. Чего не хватает? Друидов. Залупы, сколько надо? Два друида? Хули, разойдемся тогда нахуй. Где сектант? Мы осознали бессмысленность своих действий. Блять, она вас там не может убить, что ли? Чё за хуйня? Все убило. Тут задача на этом боссе, как вторая фаза наступает, бегать от духов и этот и контролить людей. Вот взяло людей в контроль, вы бросаете весь ДПС, всю хуйню. Все бросают. Не только два, не только три друида, а все и эфир даете, и стан даете, и ослепление даете, все даете, все, что есть. Если этого не делать, блять, мы будем вздыхать по КД на этом боссе. Быстрее бегите сюда, хули вы лежите. Где рарник там? Прёт. Чё-то не знаю. Мы будем бить? Нет. А пиздец. У головаря этого подземелья. А чё за восточных королевств подарки какие-то? Это наебалово. Похуй. Да, там леди подарки будут раздавать на второй фазе. Подарочные подарки. Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Опа. Да это по тактике. Опа. Ну я не знаю, вы справа будете добивать моба? Как бы надо, нах. Я в контроле был, блядь. Спальте ловушку быстрее. Связь прерывается. Кособокого меч. Новый трэш пошли. Что там у леди? Сколько хп? Ребята, трэш добиваем сначала, а не босса бьем. Стопайте по боссу. Сейчас еще трэш убьем.
Кремобаблиц. А чё с мегахантом нахуй? Его этим заколбасило. Ну, колбаса. Фанатики, не забирайте. Мобов убиваем. Контроль и переводим. Да ты заебал нахуй. Spirits. Дух мне не идёт. Бежим от духа. Покрутил. Когда бегаем от духа, вон они такие фиолетовые, прозрачные. Удобно, в ПЭ. Контроль, секунда. Ждем все сейчас контролем людей. Все, все бросаем контролем. Дох не дозвай. Контролем и бежим дальше. Spirits. Бежим, бежим, дух. Геру, давайте. Давай. Мили идет. Все. Трэш помогаем. Все помогли, трэш быстренько уедали туда. Добрый. Духи и контроль 5 секунд. Бежим, бежим, бежим. Контроль секунда. Расконтролим, сейчас все все бросили. И духи бежим одновременно. Дух в миле, убегайте. Блять, хлопнули нахуй. Мудаки, сука, милизона. Гимн. Пойдет приступ. Дал гимн. Шалфир нахуй, что за хуйня, блять. Бежим, бежим, сука, бежим. Не знаешь, где дух, просто беги. Я был в контроле. Бежим нахуй. Сука, мудаки, да блять, да почему два вы хлопаете? Как вы заебали, сука, ну 10 секунд каждый появляется дух, блять, бегайте нахуй. 30 метров от духов, блять. Вот духи появились. Нажми что-нибудь. В колонии, бежим нахуй. Контроль 2 секунды. Проклятие диспелим нахуй. Хули вы стоите? Двое в мили. Вообще не бейте босса. Вот бежим. Ёбаный в рот, блять. Энх нахуй убили, блять. У меня бидоны за контролем. Мастер, замедли меня. Бежим. Еще обновляю по бидону. Хуярим. Энх встал, куюзай. И хильте его нахуй. Фулл баф по нему. Трэш повернулись, убили. Трэш быстренько повернулись, убили, дали туда дамаг. Захиль. Себя хильте. Духи бежим. В леди бежит, дух, сука, бежим. Ой, ёбаный урон, бля. Бегайте по КД лучше, блядь. Духи, бежим. На лестнице. Вокруг 5000 это духов. Бежим. Сука! Блять, нет! Вила не убила. Сейчас по нелюблю обновлю щит. Ой, блять, мудак убежал. Так. Ушатастик. Беги, хант. Рейсай в Виланию. И бьем дальше. Хуяримся. Обновляй. Мелизона бежим. Постоянно вводим босса, постоянно бежим, блядь. Мили идет. Гдем, смотри, там агро босса не сорви. Радника не убейте. Контроль 2 секунды. Помогли трэш и контроль готовимся. Контроль раздаем. Мидарку дал. Контроль остальным даем. Остальным. Заебали, блядь, всякие там совы, блядь. Тихо, этот самый. Козыри, так, Мэтт Фокс, это, готовься. Сейчас тебя ресну. Быстренько вставай, ты на краю лужи, вставай. И ресы Биг Дэма. Все в трэш пошли. Spirits. В трэш, сука, все пошли. Что с этим мобом? Милики все на трэш. Сука, быстро, блядь. Биг Дэм встал? Нет, я что-то не вижу. Вот за фулл баф по нему. Контроль даем. Бля, вот для контроля. Мидарка зафиряйте. Дайте ему сало, нахуй. ДКшник инвизибл, дай сало ему. А то он вас положит, нахуй. И чё вы войда убиваете? Алло, нахуй. Блядь, захильте меня. Вы чё, ебать? Дух в это едет. Бежим, нахуй. Дух меня. Бежим, два духа, вон возле босса. Все прекрасно видно, нахуй.
Разуйте глаза. На полу. Шалфир, это трэш. В трэш свичнись, побей трэш. Ты сейчас сорвешь босса, мы начнем падать нахуй. Дух нахуй, Биг Дэм, блять, ГЦ нахуй. Да, тенер пообращали, пожалуйста. Ставьте тотемы все последние и гимн на ману Мидарк давай. Контроль даем, еще одну пачку трэш убьем, будем добивать. Блять, далеко, блин, стиллер нахуй. В миле идет дух. В миле дух. Бежим, сука, меня какой-то мудак бьет. Шалфир трэш. Морды, диспелли ставь, пожалуйста. Шалфир на трэш садись. Да сука, не хлопайте. Да нету трэша. Бидон нахуй не хлопай. Ебать. В миле два духа. Прям к леди бегут два духа, бежим. Вот этот трэш бьем еще. Повернулись, убили трэш, помогли. Быстрее дали туда ОЕ. Контроль секунда, сейчас контролим людей. Отходите от трэша, отходите от трэша. Контролим дух людей. В трэше. Все, законтролили и обновляем вихрь. Сука, питон, почему ты не контролишься, блять? Шатастика убили. Курюка на пульте. Все. Да он под зеленкой, под всей херней. По боссу просто хуярим здесь. Здесь пальцы? Здесь босс. По боссу беги, изо всех сил и от духов бегаем. Да пидоры, бегайте от духов, блять, хурюк, мудак. Не взрывай. Сука. Как вы заебали, блядь. С лестницы дух идет. Где босс? Контроль, контроль 3 секунды, сейчас все обратите внимание, законтролить надо людей. В центре комнаты дух. Контролим. Контролим людей сейчас. Страх. Я Энха законтролил, мне Биг Дэма лучше. Биг Дэма. Да мудак, блять, ты где так далеко? Вот, законтролил нормально. Бейте босса. Сейчас еще обновим. Шалфира законтрольте там. Дух в миле идет. Бежим, 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 отбегайте от духов. Два все. Духа в миле. Хуярьте три ляма по боссу, хуярьте просто, блять. Трэш не трогайте, трэш не трогайте. Дарк там гимн на хп зачитай. И Шалфир тоже там что-нибудь такое зачитай. Лям добивайте. Курепсенеры. Может... Сзади дух идет с лестницы, с выхода. Долбанная хуйня, блять. Это просто. А что это за это основу посоха? Да хуйня какая. Это за то, что без обуза. Это нужна она вообще, да? А что это такое? Это легендарка 264 уровня. Это удар по ебалу. Ну, вы стоите там. Осколога говорят там. На ВХ, что ли? Да. А кому нашел? Спокмастер. А снова Мордаунду нашла. Мордаунду. Ну, типа, если кому-то надо, я могу передать, мне, в принципе, не сильно принципиально. Типа, ВХ не принципиально? Ну, я же не ШПшка, я же ДЦ холик. Блин, а можно мне? Дальше потанчишь у Шатастик с Ермашей. Мидарку. Давай. Ты думал, это снова в посохом, блядь, столько. Она нахуй никому не нужна, и все подряд лутают, и все потом, блядь, собирают посох, который до сих пор никто еще не дособирал. Ну хули, блядь. Если никому лук не нужен, мне отдай. Слава, там нужен этот лук кому? И украл. Я этому Седжу закинул, ну дай ВП Ханту. Спасибо. Так. ЗХ мучается винтом. Шатастик потанчишь, значит. Ебать, у нас бич реет какой-то. Никто не может дособирать, просто... убили. Просто никто не хочет сюда привязывать карточку свою, вот и все. На хард моде, кстати. У нас сейчас 20 осталось, да, ебать, сейчас я посмотрю, как будет нахуй. На этом, на гнилом нахуй. Или может нахуй на него не идти нахуй. Как это, надо пруфа еще ебнуть. А кто это? Кого убивать? Твой дед. Осуждаю. Дайте пристабов. Подъезжайте, где вы там, блядь? Сейчас запускаем.
еще кто-то подходит. Сейчас надо на сурке глянуть, кто сколько дает. Прям интересно. Я приземлился на шип. Так, а где кто танчит-то? На кол. Ну, Виваша там. Я тут, да? Тут, да. Там мага 3, короче, Виваша и меняем, скидываем стаки. На кол его. Ох, чуть не улетел, да? Угу. Хорошо, что в бок, блядь, летел. Ну ты там танкуешь лицом, блин, стилер, не понять. Готов. Ого, сюда топ. Вы чё, блядь, так все уничтожаете быстро, нихуя себе. Ебите слабее, ребят. Я, блядь, проебал. Проебал все стаки, нахуй. Хуйню, нахуй. Слабый босс какой-то, блядь. Конкурс неинтересный. Ну, только Мурадина и остается хуярить. О. Тюрщики, пушки, корабль под обстрелом. Все-таки ордынская озвучка лучше, чем альянсовская. Альянсовско-бичевская. А? Альянс сосед. Сосать альянсы, блядь. Понял, блин. Мортирщики, ружейники. Мортирщики, заряжай. Ружейники, огонь. Уже нет уже этих ружейников, блин. Я у нас там ультиматум пачка, блядь. Уничтожаем просто, блядь. Чё, гасимся, нет? А чё, и Вилаша там, чё прием? 40 стаков, нахуй. Ну давай хули еще одного, блядь. Через сколько он там будет? Скоро? 10 секунд. 8 секунд. Давай после этого слетаем уже там до конца. Давайте быстро мага зергаем и улетаем. Зерга. Я дуба запихал танка. Давайте хильте его там сейчас сильно. Он там зубы уже. Улетаем, улетаем, милики, уже уходим. Пошли, почилим на нашем корабле. Сваливай. Мартирщики, ружейники, заебал. Чё, скинул, да? А, всё, полетели. И можно съёбывать того проблема. Да, по сути, там что там 200 тысяч. Да похуй нахуй съебывать, если он телепортнет тебя, блядь.
Добивайте там уже, прием. Королю бичу. Получили пизды от ракет. Шатастик 9, Рарник 5, Седжу 5, Бидон 4, Мордаун 3, Холидринг 3. 3 точки. Как ты учил? Ярость выгенил, стоял в луже. Это все правильно. ПС набивали. Disconnect. Так, блядь, че надо кому-то? Сколько там хилов мы бить будем, блядь, или чё, блядь? Призвано в ДД, да? Прилогаюсь. Всякая параша выпадает. Тяжелые наручи. Охотника плети, я понял. Янг и хант. Лёха, будешь хули пола собирать? Ну да, две шмотки есть. Я тогда помолчу, а тут точно напрягут. А, подожди, у тебя вообще все шмотки вроде есть. Плывилаш и ДК больше на мага какого-то похож. Так и есть. Видарк тут? Да-да-да. Иду запускать. Да блин, нужен макросик на стоп-каст. И чтобы чунг сразу же обновлять. Опустил, что ли? Кто шарит за макрос? Да-да-да-да. Да. Не нужен там макрос на стоп-каст. Ну, только... просто мне чунку надо обновлять. Как раз она у меня получается так, то что чунку обновляет именно когда каст идет. Ты докастовываешь, потом обновляешь, иначе ты просто ККД проебешь и не несешь никакого урона. Если будешь стоп-каст. Я помню. На рейндж хорошенько встаем. Не забываем, блядь, здесь по-другому. Трэш играем все, блядь. Что-то дети истерили. Напуливайте тоже ханты, трэш в обязательном порядке, на любого из танцев. Вообще можете встать вот здесь, где, на лестничке, будет. И каток ДК? Под трэш его разливать. ДКшник пускай. На ДКшника напугать. Катки, блядь, и чтобы на пул точечно, вот вы выбрали себе моба, только одного и того же не выбирайте. Ебать, уже все накидали.
4, 3, 2, 1. На танка это хорошо. Энх улетел. Восемь тысяч давал. Че это за хуйня? Загрызли. Ты через раз бей только со станом. Ушатасти креса его. Я без Т4. Похуй, рез. Ну, сейчас заберет с тебя рестник. Сейчас, ну. Угу. Берсус, сука, упремся нахуй. Кого, Лингрена? Да. Вот весело нахуй. Что-то с маной делаете там? У вас все без КД, все гимны, все тотемы. Фью, бидон сухой нах. Ну, блядь, бьем. Пианино, блять. Не люблю, и притона не проебите. Метки хилы. Давайте не зыбку там, если есть еще. Массакра вроде была. Что-нибудь еще там давайте прожим. Фул по боссу играем, просто трэш. Трэш, я не знаю, застаньте там. Босса доиграем. Курюк 26, Invisible 23, 24, Шлафир 22, Призен просто 20-ка нах. И Хили ты 20-ка, охуеть. Мы похороним тебя, как под... Блядь, заебали эти вары уже с этим токеном. Сань, бери шестую, пятую печеньку себе. И вары нет, ну пацан. Наверное. На тебе обычную, можешь подарок нахуй. Ты заебал, у меня статуя 4 штуки в сумке валяется. Сука. Мегаханту закину. Так. Неохота на чумку идти. Пошли на Вальку. Что это на чумку? Чумку назад квест. Плюс колба. После этого, как она называется? После Вальки и совета давайте. Да ладно, блин. Блять, призванный игрок не найден, блять. Ты где? Ничего себе закинул. Я быстро ребутнусь, а то у меня какая-то хрень.
Отойду, бью. Ну, Мегахан 14 тысяч ДПС. Лингрен, это шемом ты так? А, ты падал еще. А как вы здесь этот? ДПС скажи хоть сколько. 370. Ну, нормально. На все хватит. Все хватит убить, только надо поменять пару людей. 14 тысяч совсем хуйня. Мэдфокс тоже слабовато. Ну хули делать, блин. Какой вы говорите квест? На чем гонку? Бабочки сделаем. А у меня нету. А я бабочки сделал. Давайте вальку. Нет, надо делать в гели. Так веселее. Че это тебя можно менять? Сейчас, да у нас сейчас нахуй и все, блядь. Он полетит шаман, значит, с хпалом. Сесть жур-жур. Да я забыл, что я такой ник охуенно поставил, details. Какой такой? Посмотри. Керсори на вальку. Будешь по рейду летать. Какой? Где? Поймал успок. Так, ну, такого и даже рекаунт. У него рекаунт стоит. Так, а кто уступит Кирсори слот? Кто-то уже уступил. А кто ушел? А кто ушел? Шалфир Лема. Мегахант ливнул. Мегахант? А ты куда ушел, Мегахант? Блять, как вы так ливаете? Вам вообще ИП надо? Мегахант, ты тут? Ох, ебай, я понял. Вот все предупреждали. На будущее такое ДП дают, либо среднее. Так толку от меня там. Ну так а тебя кто-то просил ливать, почему ты ливаешь? Мы еще квартальных не бьем. Мегахан, ты на пулу. Сиди на пулу, всегда нужно. Эй, это, есть. Это понятно, что надо. Мы-то ее возьмем. Просто, нужны, тут, блядь, просто ты просто так молча не ливай. Ты должен получить, типа, ты же прошел 4 босса. А ты, ну, ливнул, блин, сколько там получается? 300 за босса, 500 квартал. Паршев Юра, блядь. Получается 900, 1400. Юрок, ты чё там ебанулся, блядь? Кто там? Да он, блядь, это в Details тоже. Паршев Юра, нахуй. Так где это, где ты смотришь, блин? А это в Details. В DS посмотри, в скрин. А, поймал успок. Бигдам Бегвар, паршивый Юра, блядь. Он как по мне, то, что он, блядь, сказал, то, что толку от него, это тупо. А хули у меня там не написано, там, босс, там, вождь какой-нибудь хуйня, блядь. Сделай. Подвальку сведите их. Паршивый Юра, я понял, блядь. У меня там надо написать славян 30 лет, блин. Тебе там надо просто написать босс. Там где-нибудь на дне, блядь, рекаунт. Подпишем деда. Я чуть шип не убил. Деда, что ты сделал? Так, ну вот дикон будет завтра. Надо профа сегодня ёбнуть. Ну это уже как повезет огнилом. У нас в Рахеле час остался, так что мы, наверное, не успеем. А что, тебя завтра не будет? Ну, часа полтора буду. Ну, с профа начнем, наверное. Так, давайте так, Мэдфокс сразу в хила в шестого.
Не люблю, полетаешь с Вархелем, и давай еще к ним нагрузку кого-то ебанем. Давай. А я кто... могу попробовать спекнуться. Давай, ты спекайся. Ну, без Т4 там только две. Да поебать, похуй. Окей. Это Авелания, да? Да-да. Так, вот смотри, летаешь за звездочкой, вот на тебе кружок. Только летайте все вместе, чтобы не проебывали стаки. И имейте в виду, стаки дамажат, типа... наберешь, ну допустим, первые там два круга пролетаете точно полностью, по 20 наберете, и потом уже по 3, по 4 набирайте, не по дохуя, потому что будет усиливаться дамаг по вам. Не люблю там их захиливай. Ну все, остальные 3 хила, 4, вот Мэдфокс, Призон, Мордаунд, Мэдфокс и Бидон на рейде, короче. Так, ставлю рыбу. Где Шелфир? Он же говорил, что там вроде что релогался и что-то пропал. Ладно, похуй, так стартанем. Надо сумануть притона. А где притон? Бля, притон. Надо Кирсори сумануть. Надо с босса. Еще Равениан есть, еще Эйя где-то был. Вот их тоже надо. Притона нету, нахуй. Кирсори, лети, нахуй. Потому что... Сказал быстро, курнул фаст, но пока трешись. Давай, это самое, надо сумнуть Кирсори, короче, сюда. Там он не люблю щиты, видел, пишет. Че он пишет? Срочно, ему надо АФК 10 минут. Сейчас, что ли, блять? Написал сейчас. Пиздец. Мэдфокс, тогда ты летаешь в этот в портал с ними, хотаешь их там. Понял, Мэдфокс? С двумя хапалами. Вон там кружок, звезда. И самое главное, хотай их. И ты тоже стаки собирай, там тоже два круга полных соберешь, а потом один на входе и один на выходе. То есть один в начале и один второй уже, когда к концу подлетает, то есть когда круг пролетят. Понял, да, Мэдфокс? Чтоб не сдохнуть. Бля, надеюсь, что вы там не прослакаете. Так, Мордаунд, Хрюк. Я здесь, просто я не могу это ответить. Все, это самое. Поехали. Шелфир зашел. Ну, уже поздно. Я сова истребитель. Истребитель нечисти. Чего, блядь? Сове плохо просто. Да что-то я посмотрел, блядь, как я трэш разрываю, блядь, такой, ну нихуя, я жесткий, думаю, блядь. Колеса, видно, сильные были. За место одного-два выпил.
Ой, блин. Это была пародия на фильм про Линкольна и истребителя вампиров, да? Я хуй знаю, я такое не смотрел. Это говно ебаное, не фильм. Там кого-то зомби пиздить хочет. Я ли фильм обосрали все? Хуй-то! Не то полное. Тоже хочу себе посох ебать. Чтобы трэш разъебывать? Да. Чтобы истребитель был. Снеговика ёбнешь и получишь посох. А если будет наоборот? Айс, айс, бэйби. Снеговик получит посох тогда. Смотри, вот появились черви, да? Я просто даю звездопад, просто, блядь, грозу нахуй. Просто видел. Я просто бегаю, да, черви. Я их уничтожил просто, изничтожил. Короче, когда я играл в игру, этот джедай вот этот, блядь, Fallen Order, блядь. Самое топовое в игре, знаешь, что? Когда, короче, челики, вот эти вот штурмовики-то в белых скафандрах, блядь. Когда они стреляют, и ты такой меч нажимаешь, нахуй. И эта хуйня просто лазер этот у них отлетает, ебать. А, ну да. Просто самый топовый момент игры, блядь. Так что я, блядь, гроза штурмовиков, блядь. Нас спал хил. Господи, убили. Нет. Убили хила. Ресую в Рахеле. Это хуёво. У него там почти 40 стаков было. А нахуя 40? Я же говорил, блять, вам не надо столько. Не, почти. Ну там 36 или 37 было. Пиздец. Вот теперь... Просто вышел. Теперь с нуля копить. А этим нужно по 2 обновлять только. Вот сколько? А где у тебя стаки? Авелания, блять, как дела? Вы чё, бля, ебанулись? Так так вы хую захилите когда, блядь. А какого хуя? Вот вы мне объясните, братья, блядь. Так. И сестры, а, да? А, не все, они в портала. Сейчас два круга полных собираете, потом по 3, по 4 обновляете. Ну, блядь. Ну чё, блядь. Не надо 40 стаков копить, вы сдохните, блядь. Повышенную компанию замутим, эту рекламную, все, дорогие братья и сестры, там, гильдии, все, долгоновал, требуется. Там. Ставь тотем призом, мордант на ману, да. Считай. Требуются, блядь. Бичуганы. Бичуганы. Требуются не бичи. Ну, как контента. Да, какой ты бы, даже если там будешь топом игроком, все, ты будешь бичом, господи. Ну, станешь, последствия. Никто не застрахован от разливания ловушки наперед рейда, да, Биг Дэм? Да. 2500 в S1, будешь бичом. Закрываешь Джайну одной кнопкой, там, не знаю, правой руки. Будешь бичом. 40 секунд до берсы. Нет берсы. Какая берса? А у кого берса именно? В натуре. У меня. У совы начнется берса. Взлетит на крыле. Встанет, отряхнется и уйдет. И истребит все. Сейчас челики выпадут, надо глянуть, сколько стаков у них. Так, 22 в Орехеле, 15 в Вилании. Вы как-то хуево летаете, блядь. А у тебя где стаки? Это что у тебя, бля, не могу понять. Два стака, что ли? Что-то я не вкуриваю. Торгаешься. Вот. Пиздец вы, конечно, там летаете, нахуй. Как на прогулку пришли, блядь.
Мы так хуй захилим, нах. Бидон, ставь тотем, мидар гемному. А, там сдох. Все, падаем, берсерк. Ну, нихуя не берсерк, блядь. Уже минуту назад берсерк начался. Сука, слетай! Вот Фокс, резай его, нахуй. А, вот резнул. Пиздец, почему так, нахуй? Ты его там не хилишь или как? Блять, что вы там делаете? Да хили, просто никто в портале не хилит. Бэтфокс, сука, я ж тебе сказал. Ходит. Летаешь с ними и хилишь их, ёбаный по голове. Омоложение, бундрост, омоложение, бундрост. Нету других кнопок у тебя. Бля, пиздец. Набрал бомжей в геру. А два хэпала у вас шоки на что? Ну, у того Т4 нету. Блять, ну флешка, хиль хотя бы его, Вилания. На себя частицу, блять, летишь, хилишь. Хилишь его, блядь. Не знаю, нахуй, блядь, пизду. Друида дали, друид не хилит, ебать. Бэтфокс, вот ты... Вы вышли? Че вы по воронке по этой прыгаете, блядь? Вилания, нахуй, там мана тратится. 3% дохилите, нет? Я подхилю. Ну, даже можно кинул на... Ресните, а. Так, мы пойдем... Тебе что, сухожилия подрезали? Пойдем на совет сейчас. Забыл холипалом идти. Да, идем. На совет. А, я понял, ты, короче, квартальный хочешь, если что, но потом, да? Ага. Так, Хулидринг сотка пишет. Шатастик сотка. Кому, Хулидрингу или Шатастику? Чей? Смотри, кому нужен. Ну, решайте сами. Хулидринг, что, ему дать на танк? Ну, за тобой же решение. Не, ну, тут как бы это... Главное. Ты просто выше ПГП. Не, ну так-то по логике. Просто если Костя дал сотку, он как бы платит своим ЕП, ну вот и все приорову. Это ну понятно. Давай ему. Давай ему. Да, что как бы у тебя ШМ все равно реже спекаем. По возможности. Как бы если человек хочет, типа свое, ну, свой приор потратить, пусть тратит, что. За 50 заберу, если нет, то за 100. Да, мечтайте, дайте, блядь. Дайте плащ полипалу, блядь. Вы посмотрите, вам, блядь, человек хилит. Нет, тогда хуй. Хилит, блядь. А у него плащ, нахуй, говна 226, но просто. Ну да. А можно портануться мне, меня призовете? Я камень ставлю в шею. Ну... Здесь дело совсем другое, кому там давать, не давать, у нас не консул здесь. Ну, у нас вообще там, как говорилось, что с элементами консула... Не, ну просто, конечно, дело ваше, блядь, но, ну, я бы не знаю. Я понял, но... Можно портануться, камень ставить. Да, да, протуйся, конечно. Протуйся. Так ты бандитер же вроде выше был. Ну, я просил за 100, типа, похуй. Я не видел. По-моему, ты не нажимал. Я тебе войс... Я нажал 50, типа. А, ну вот из-за этого, наверное, я отдал. Не, ну если тебе за 100, то тогда передавай ему бенстиллеру. Ты забираешь? А вы меня не слышали, да? Или как, меня слышно, что я говорю, или нет? Слышно. Ну, бомжовская у него спина. Про холипал. Типа, чел вам хилит, блядь, хилит рейд на мейн хиле, блядь, нахуй. Вы ему не можете ебучий плащ дать, нахуй, который, ну, реально его апнет, блядь. А вот это вот говно, то, что у него одет, это вообще пиздец, блядь. Мне, короче, ты говоришь про лохерели или правила? Вы даете кому меддарку, блядь, который, ну, в данный момент не дает вообще, ну, мало импакта дает. Ну, хорошо, давай. Я бы хпал тогда реально отдал. Мне типа. Ладно, все, идите в жопу. Горит. Сейчас просто дашь мне плащ и все. Так, а что это? Шлем метели. У нас пыл.
Блять, заебало. Что это за хуйня? В самолете или летит? Пусть знает. Сейчас шкаф поставят. Так. Плава ответственного дай за добычу, а? Зеленку пособираю. Консул относится к ТТГ-чаркам, к тем моментам, когда с лича там падает арбалет, допустим, и он в первую очередь ханту падет, и только потом уже рогом, варом, там, вот к этому моменту относится консул. Ну плюс третий, понимание, плюс второй, четвертый кусок, Т5. Ну какое понимание? Ну какое? Если это коллективное решение, я не против. А я пиздежа не хочу слышать бесполезно. Кликните на портал. Вот этой всей хуйни там. Ну если Бенстиллеру оно апнет, это понятно. Мидарка тоже апнет. Оно всех апнет, вот кого не посмотри, блядь. Да. Есть и ПГП. У Бенстиллера больше всех ГП, блядь. Все, остальные какие вопросы могут быть? Если Бенстиллер уступает, то надо заново кидать эту шмотку на ролл и смотреть, на портал. Кто ее за фул будет забирать, блядь. Без лишнего пиздежа это делается. Вот он сейчас мне шмотку передаст обратно, и мы будем смотреть уже. Раз такая хуйня. Камон пришел? Да, я уже здесь бью. Вот сейчас я кидаю в рейд шмотку. Кидайте ролл, кому она нужна за 100%. Так. Мэтфокс даже выше меня по ИП, нахуй. А Бен, ты что не нажмешь? Да мне похуй. Обида ебаная. Да хули вы разнылись, заебали. Палами, палами. Да как хули толку, понимаешь? Ну, типа, забираешь мотку, нахуй тебе это, ну, это хуйня. Не, я просто к тому, что вы потом говорите, вот у нас там нету ухода. Да пау, никто не говорит ничего, блядь, что ты придумываешь, блядь. У нас там нету хила, там, блядь. Ну нету, и что? Ну нету, нахуй. Просто нам не хватает прохила, блядь. Ну, да схуяли не хватает, блядь. Стояли, это ты, блядь, ты это придумываешь, эту хуйню. Такого никто никогда не говорил, блядь. На том КД мы вайпались, блядь, нахуй, у нас прохила не хватало на ебаном зеленом боссе. Мидарк, ты выше этого, выше Мэтфокса, еще тебе отдавать, или кто-то выше тебя будет кидать? Там Шалфир, не люблю щиты, Бенсиллер, Притон. Пускай кидают, типа, если им надо, то пускай. Ясно, нахуй. Там никому не надо, давай я распылю, нахуй. Я типа ГП-шку на печеньке оставлю. Из-за какой-то шмотки будем сидеть, блядь, сусолить нахуй. Все это, блядь, говно. Вот Фокс, ты тут в этого в сову пойдешь. Ну, как раз два ханта, нахуй. А, нет. А ты мне вернул, да, так на ГПшечку еще? Да. Балдеж. Я ща охренею, если сейчас здесь еще запы выпадут. Здесь запы топовые. С баха катушка выпала.